Корнелиуса, правильно. У Генри Корнелиуса Агриппы, точно, да. У него есть некое такое, некий совет, который он дает там в своей книге. Я, правда, не помню. World Wisdom, как-то так вроде бы. Возвышенная оккультная философия. И у него есть некая такая, некий совет такой. Он говорит, если у человека есть проблемы с ногами, человек должен утром на ночь искупаться, ночью поспать. А утром, как только он проснулся, он должен поставить ноги в таз и водой, которая ночевала рядом с ним, в таком красивом белом, желательно, кувшине, непрозрачном, а глиняном, на котором должно быть написано «Это мой Бог» на иврите. Ну, можно просто йод, чтобы было написано «Рука Бога». Этот человек должен начать делать вот что. Если в обычное время он умывается там каким-то особым образом, то для того, чтобы вылечить глаза, он должен сделать так. Он должен поставить ноги в таз и вот этой левой рукой держать вот такой кувшин, лить себе на руки и обмыть левую ногу чистую предварительно, потом правую. После чего взять этот таз, пойти там в нужное место и 10 или 20 раз обмыть лицо и особенно этой водой умыть глаза. И он там утверждает, опять-таки хочу сказать, что это не мое мнение, это Агриппа написал в книге об оккультной эзотерике, и это не мой совет. То есть, если вам это необходимо, используйте, если нет необходимости, не используйте. И вот он сказал о том, что таким образом можно излечивать человеку глаза. Поэтому вы можете попробовать, если у вас получится, можете попробовать излечить свои глаза вот таким.